В этом видео я покажу работу дозиметра PDM2 производства компании Polymaster. Чтобы начать измерение, нужно нажать кнопку «Старт». Раздастся короткий звуковой сигнал, и измерение запустится. Каждое срабатывание установленного внутри дозиметра счетчика Гейгера индицируется коротким звуковым сигналом. Процесс измерения идет 36 секунд. В процессе измерения на индикаторе моргает буковка C. Вот сейчас измерение закончилось, и мы видим, что радиационный фон составляет 15 сотых микрозиверта в час. Испытаем наш приборчик в более сильном поле. Используем в качестве контрольного источника тарелку, покрытую урановой глазурью. Запустим измерение еще раз. Вот и все. Спасибо за внимание.